Это же P350XT Chrome. Эта пила была произведена в единственном экземпляре по заказу. Да, моему. Вот это будет по-настоящему резюме. Как струна, даже? Но она должна быть немножко свободно ходить. Сейчас она чуть сильнее. Это пособие для лесопилов рассчитано как для начинающих лесопильщиков, так и для бывалых. Хорошо бывалым. Бывалым уже ничего не надо. Что ты наливаешь? Куда и зачем? Что это за жидкость? Это масло моторное M8V. Для смазки цепи. Вилки. Вот переборщили. Ничего. Смажь это самое, шину в это время. Пальцем так ткни и шину. Вот так. Какой бензин ты используешь? 95-й, 1:30, разведенный с моторным маслом. Чему? Всю жизнь я рос в семье лесопильщика. И, собственно, принял с молоком матери эту профессию. Лесоруба! А нет, лесопильщик. Лесоруба. Трудности в виде 7 кубометров дров. Это не 7. Не 7? Здесь 5, наверное, а то и 4. Классно тащить, да? Она включена. Что-то летит. Поломал? Слышь, что-то в натуре летит. Солнца нифига не видно. Где что? А, ух ты. Во. Самолет. Это последний. А тот прошлый, который мы... Поступаем. Вот тут должен быть бензин, его тут мало. Что, я ж тебе что пытаюсь объяснить? Забилось, да? Ну да, я же говорю, что скорее всего забился бензобак. Ну да. Куда едешь? Ну вот ты? Смотри, вот его чуть-чуть здесь. Нет. Я не вижу, что это. Все же нормально все случилось. Откручиваю ее. Все работало, все нормально, с первого раза все заводилось. Когда... А, я все рассказал, зашли. А мы чтобы листом закрыли, я говорю, доходит туда.